проверяете, да? Да. Что тут есть, гадина? Да. Ой. Опа. Туся. 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 Так, ну поехали. Давай. Так, сок. По заявкам телезрителей. Наньте вам соку. Вот такой сок. Кстати, литр сока. А там выбора нету. Я получше там выбрала, я тоже фильм заказывала. 158 рублей. Конфетки вот он заказывал. Кузнечики и зайчики, короче. Они мягкие, у них там растушечная эта начинка такая. Так, теперь у нас пошел хлеб. Я же пошла за хлебом. Угу. Ну кофе-то, кофе-то. Ну, в общем, три нарезки серы. Одна семечками. А это Василий собрал что-то. Сухарики вот сейчас будешь резать и кушать. Угу. Две булки. А это сырки тоже Василий заказал. Найди вам. Как всегда, ни фруктов, ни овощей, ничего там нету. Понятно. Ну ладно. Вот и все. Всем с добрым утром, идем кормить собак. Принеси меня, река, закрытые берега. Да, ну что, у тебя опять замерзла вода? Опять вода замерзла. Вот водичка замерзает, да? Лед. Лед. Чистой моя. Идем кушать. Кушать, моя, никого не слушать. Что у меня зацепилось. Да что такое? За пальтишко зацепился, штатив. Ай, да что такое? Чего? Того. Жрать, пойдем жрать. Слушай, слушай, никого не слушай. У меня здесь гуська отирается. Мусик, ешь давай, кушай, наедайся. Буська, пойдем. Пойдем. Пойдем, сурикат. Хвост кверху. Бегом. Вперед. Вперед, мой верный кот. Вперед, моя верная кошка. Вперед. Туда. Туда, вперед. Вперед. Туда. Место. Место. Давай я тебе сейчас это дам. Па-пам. Лосось вон такие, соусы. Ну не три шкуры, а штатив. Что у вас за мода такая? Шкуры, тарелка, штатив. Мышка! Я тебе все не дам, я тебе только половинку дам. Все много будет. Да? Ты не даешь. Половинку, половинку там мышки. Она дома. Ешь. Ешь. Кушай давай. Ну кушай давай, вот. Видишь? Кушай. Видишь? Так хорошо. Носом ткни. Усойди. Ешь, ешь давай. Наедайся. Кушай, кушай давай. Ешь, ешь, Буся. Дина ест, все едят. Пойдемте сейчас мышки, да? Пойдемте, пойдемте. Вот это у нас все спокойно. Вот это у нас все спокойно. Да? Все спокойно. Пойдемте домой. Пустой листик? Это пустой листик. Да сразу включить? Не надо? А пускай разбирается все равно. На сколько градусов? Пушка, прогончик. На 120 поставь.
Ну, я на сотню поставил. Ну, на сотню, пускай разогревается. Тося. Тоша! Тоша! Лёзим. Тоша. Так, Тоша. Так, у нас здесь блинчики. Ну, дали на крышину. Ну. Самый первый ели. Модничали что-то. На ручки выходил, брал, покасывал собачки. Вот так, там большая собачка. Напугался? Не тебя, пряп. Поэтому, чтобы знал и убегал. Пойдем? Пошли. Пойдем. Туча, Туша, пошли. Ава! Пойдем, там есть его? Ну тут вкуснее. Туша. Да, чужих рук вкуснее, что тебе жить. По сколько блинчиков? Съешь. Ну, сегодня 7 плюс. Все поели. 7. Че одеваться? Ну, Туша, помогай. Помощник? Ну куда без помощника? Скучно жить. А он и рад. Там поможет. Угу. И время прошло. Да, Тоша? Смена. Хлеб делала, руки бы оторвать. Да нету, наверное, уже это хранение такое. Ну вот весь крошится. Невозможно. Вот раз в раду булочки нормально. Я без задач, как хотел, так и. Но сейчас мелко никак. Покрупнее надо. Тоша, надо. Тоша, каких не ломай. Чё? Поснимать? Завалишь. Показать, что ты оператор. Да? Ой, оператор. Тошка. Оператор. Не сломай. Такой черствый не брать. Не режется. Крошится вообще в крошку. Я говорю, что за смена делала. Ладно. Одеваться пойдемте. Шуршать помогай. Технология что-то нарушена. Ну и что ты там? Ну, ведро. Ломаешь. Игрушка идет в ведро. Ломает. Кофе попить? Одеваться?
А, там это. Открой. Там. Блюдечко возьми. Не хочу я это разделить на кепку. Любое. Пойдемте делать на улице. Работа помаленьку кипит, отмечаю, подшиваю, подтягиваю на длинные саморезы. Как я вверх подрезался вот в этот. Помните, я запенивал, я сделал такие деревянные эти и вбил туда в отверстие, еще подпенил и большим саморезом вошел. Сейчас здесь подтягиваем, вот это тоже стромоту закрываем. Стромота. Еще длиннее. Подбираю.
О, сейчас на такой загоним. О, красава. Вот здесь замажем. Все вот так вот. Также и здесь. Там еще ничего не прикрутил. Составил. Ладно, складываемся. Идем домой. Мама там что-то испекла. Убрала и все. Хватит на сегодня. Помаленько. Помаленечку. Мамуля тут такое счастье приготовила. Супер счастье. Господи. Хрустяшки. Эти вот это вот нормальные тесто. Это ты держи над этой. Над тарелочкой. Поближе подогнуть. Да. Кстати, вот это тесто, что ты купила, ну лучше, чем вот я покупаю. Оно пресное. Не дрожжевое, а пресное. Я тоже покупаю дрожжевое это. Производители разные. Вот это, по-моему, Москва. Я покупаю Красноярска. Ну, еще несколько производителей, поэтому. Ну, вот это лучше тесто. Оно более прокатанное. Нет, оно как-то получше оно. Я маленько смазала, да разрезала их, да порезала, да маслицем растительным смазала, да сверху сахарком посыпала и все, и духовочку на 180 градусов. И все, и нормально. Хрустяшки. Чай попить. Вот если будешь еще где-то заказывать, закажи такое тесто. Вот оно. Хорошая. А ну пусть. Оно вообще, я посмотрела, дата у нее до января, короче, январь 25 года еще у нее действует. Так что можно еще. Они идут, эти идут у пластинки такие широкие, а здесь небольшие пластиночки. Тук-тук-тук-тук-тук. Разнообразие можно купить их в морозилку закинуть. Вот лежат. Это можно и с начинкой делать, и это. И спить не против. Хорошая. Нормальная эти. У нас наши местные новости посмотрим. Возьми молочка бы налил, есть молочко. Что ты глотаешь этот кофе? Чай свежий я сегодня запарила. Показывай торт, затопила. Ну, конечно, это вообще страшно. Угу. Ты только представить, что все это 10 400 домов, а то еще больше, наверное, будет. Сейчас еще прохладно, говорят, а теплее будет, что это и пик, и видишь, может чтобы быть заболеть. И кто-то там одному стало плохо, у него инсульт был, кое-как его довели, как вот его вообще там врачи, где вот они там гора есть, ну, повыше вот, старый район города, там показывали, это что-то не затопило. Вообще страшно. И вот откуда, ну ладно, я понимаю, что дамбу прорвало. Но дело в том, что там поднимается на метр. Это больше критической отметки, сроду никогда такого не было. Откуда она вода-то прибывает? Это ж не подземные или как вот эти вот. Я не понимаю, как так. Ну смотри, как у нас сделали, если я могу что-то сказать. Ну это ладно, у нас ГЭС. У нас изначально поставили на пустом русле, сделали дамбу. И где-то взорвали городу, вот эту гору перекопали, и вода пошла. Она уперлась в дамбу и стояла десятилетиями.
Сколько там лет она стояла? Ну, не знаю. Просто дамба просочилась и все. Жутко. Так, и еще туда, значит, полицию. Это только в Орске 900 сотрудников еще там будет. Потому что мародеры уже начали. Да, конечно. Уже от мародеров и вообще. Это вообще, я говорю, кому-то плохо, кому-то вот что творят вообще. Ужас. Ни одного мародера не будет? Ну, это если вообще я не знаю. Поймал, не доказал, что родственник, ничего там, посидели. Все, смертная казнь. Да я не знаю, у нас воровать не будут. Быть, делали вообще. Люди, как раньше, лобное место. Вот наказывали на площади, там специальное лобное место. Mm-hmm. Все, люди приходили, знаю, боялись. Сейчас вообще не знаю, ничего не боятся вообще. Местами никого, сколько много ничего. Воды. Что хотят, то и воротят. Не знаю. Да. Ну это же вообще ужас. Ну, у людей горе. Я не знаю. По оценке, значит, это еще пока вода сойдет. Говорили, что пик будет воды паводка 10-го. Сегодня говорят, якобы 17 апреля будет пик паводка. Это страшно. Там еще по Днепру, там не только эта область, а еще же области, там уже Днепр, да, это. И вообще говорили, что пока это вот вода сойдет, сильно много людей надо будет. И будет, если сойдет вода, там будет долгосрочное жилье предоставлять, потому что пока это все. А потом будут ущерб подсчитывать. Вообще говорили что-то, ну это так пока, примерно 20 миллиардов, что ли. Там больше. А больше, конечно, будет. И уже стали это ставят прививки. От этого, от желудочно-кишечного тракта, ну, в общем, могут быть это, и гепатит. Ну, в общем, стали уже там много всякой заразы. А? Много всякой заразы. Но показывают на крыше эти курочки, гусь, крыша, чего не знаю, и собака там. И там вода уже под крышу. Ой, кошмар. Я говорю, вот этих вот всех лесных зверушек всех потопило. Ладно, этих еще домашних. Это так. Спасли, только я смогли. Я говорю, вообще, природа испытывает Россию. Ладно, всем? Да. А что не доел одну тарелочку? Да все, хватит жрать. Да. Я уже все поел, я уже больше не буду. Я там конфетки замякать надо. Конечно, ты поел, ты потом не будешь кушать. Нет. Потом это через ближайший час. Да. Ладно. Нет. Сейчас новости местные включим. Чего? Сейчас новости местные. У нас 19:10. Мы включаем в прямом эфире через YouTube смотрим. Немного отматываем. И посмотрим, что у нас там за сутки произошло. Да. Что в Хакасии, что творится. И не только в мире. Ладно, с вами была ваша самая дружная, самая замечательная, самая лучшая, самая изящная семья на сути. Мы смотрим, что творится в мире, в России, а это свое местное. Это свое местное. Что в Хакасии у нас происходит. Ладно, всем вкусняшек, отличного настроения всем. Пока-пока. Подождите. Он он ушастый спит, кушачий. Ну, сейчас они выходят. Обнимашки. Опять будут. Дочь и сына. Ладно, всем вкусняшек, отличного настроения. Мама всем пока. Пока.